Ребята, всем привет! Мы приехали в Китай вместе с нашими кошечками, так как они продолжают путешествовать, а мы следим за их приключениями. И вот сегодня они в Китае, ребятки, и это очень-очень классно. Наши кошечки сюда не зря приехали. Они приехали сюда праздновать китайский Новый год, который уже прошел, и они уже классно его провели. Им очень-очень понравилось, очень красиво. Мне кошечки рассказали, что это был просто восторг и классное впечатление. Самые-самые яркие, прикольные, красивые, вообще очень-очень красочный праздник. Особенно им понравился китайский дракон и нравятся еще китайские фонарики. Поэтому у них такое еще праздничное настроение, и вот думают наши кошечки, куда бы им сегодня сходить. Наверное, придется сходить на прогулку вам всем вместе, мои красавицы. Надо будет сходить куда-нибудь сегодня погулять, чтобы не скучать дома. Эй, девчонки, посмотрите, от Тома видеосообщение пришло. Кошечки мои любимые, приветик. Я тоже в Китае, как и вы, праздную китайский Новый год. Поэтому мы сможем с вами встретиться. Я приглашаю вас к себе в гости в отель. Очень жду вас у себя. Вот это классная идея. Точно скучать не будем. Я рада, кошечки, что вы не будете скучать и есть теперь чем вам заняться. Так классно, что вы проведете время с котиком Томом, с вашим самым любимым другом. А с котиком Томом вам точно скучно не будет. Ну что же, давайте, кошечки мои любимые, покушаем и будем собираться в гости к котику Тому. Так, что тут у нас происходит? Зубки хотим почистить очень и очень. Так, и Анечку поздравим с новым уровнем. Классно. А у нашей Дианочки совсем нету ничего покушать. Так, у нее тут уже открылись сладости, поэтому возьмем нашей Анечке конфетки, шоколадки. Ой, Дианочке нашей, да, печенюшки, круассанчики. И что еще? И давайте овсяную кашку. Так, и накормим нашу Дианочку. Держи овсяную кашку. Или сначала вот давай круассанчик тебе. Одну конфетку. И овсяную кашку. Так, девчонки, подождите. Уже скоро, вон, Дианочка наелась. Так, Анютка тоже наелась. Что наша Милочка хочет? Давай салатик. Пиццу скушай, Сонечка. И кокосовый напиток выпила Анжелочка. Здорово, и наелась. Так, ну вот, кошечки, теперь нам надо немножко поднять настроение и собраться в гости. Мы так любим входить в гости, да? Особенно к нашему веселому другу котику Тому. Так, ну что же, давайте-ка почистим зубки. Наши чистюльки. Обожаю чистить зубки. Ну что же, красотульки, а теперь пришла пора наряжаться. А мы с ребятами посмотрим, что же вы хотите сегодня нарядить. И я уже, кажется, знаю. Наши кошечки, поскольку они в Китае, решили одеть вот такие китайские платья, что прям все-все кошечки. Ух ты, это будет классно, да? Настоящие близняшки получатся из наших кошечек. Давайте-ка все оденем красные туфельки. Классические вот такие туфли-лодочки. И все оденут красное китайское платье. Интересно, как их котик Том будет отличать? Вы что, собрались быть близняшками на сегодня? Нет, давайте у нас будет Анжелочка и Сонечка, как мама и дочка, одинаковые. Милочка с Дианочкой тоже будут одинаковые. И у Анюточки будет немножко другой образ, да? Хотя платья у всех будут одинаковые и туфли одинаковые. И я знаю, что многим ребятам нравится, когда наши кошечки в одинаковых нарядах. Тем более День близняшек, это, по-моему, очень-очень прикольно. Так, ну что же, туфельки у нас есть. Теперь давайте-ка все наряжаем платье. Красивое красное китайское платье, которое очень-очень здорово подходит к празднику китайского Нового года. И, кстати, его еще долго-долго празднуют в Китае. Да? Самый яркий, красочный, конечно же, прошел праздник 6 февраля.
А вот сегодня еще празднования продолжаются, поэтому наши кошечки, конечно же, у котика Тома скучать не будут, да? Покушают каких-нибудь китайских вкусняшек, что-то закажут в китайском ресторане. Интересно, что же там закажут наши кошечки? По-моему, очень-очень красиво, красочно и по-супер-китайскому выглядят наши кошечки. Теперь давайте-ка, кошечки, а какую же прическу выбираем? Давайте тоже одинаковую, чтобы котик Том запутался. Вот такая диадема розового цвета будет у всех кошечек. Вот она, диадема для нашей Сонечки, тоже розового цвета. Такие красивые наши красавицы-кошечки. Обожаю вас, мои любимые. И зрители вас тоже очень-очень любят и передают вам много-много приветиков. С большим-большим удовольствием. Так, ну сегодня Дианочке повезло, у нее столько обновочек. Дианочка, я тебя поздравляю, да? Мама не жалеет на нее денег и покупает ей самые красивые наряды. Все, что захочет наша Дианочка. Повезло тебе, наша кошечка. И готова теперь Анютка. И что же? Решаем, как будут отличаться наши кошечки. Итак, у нас Анжелочка и Сонечка сегодня будут с красными глазками. Значит, у Анжелочки уже красные глазки. И красные глазки у Сонечки. Вот так вот, мама и дочка с одинаковым цветом глазок. Так, теперь шубка кошечки Анжелы и Сонечки будет черная. Вот такая черная шубка у наших красавиц. И теперь черная шубка у Сонечки. Черно-белая, где черная? Вот она, черная шубка для нашей Сонечки. Так, красотки, теперь мама и дочка, Милочка и Диана. А у них будет черно-белая шубка. И у нашей Дианочки тоже черно-белая шубка. Вернее, она есть уже у нее. Также цвет глазок для наших мамы и дочки будет вот такой. Глаза куклы у них. Глазки куклы. Ничего себе, Диана, точно у тебя сегодня все обновки. Сколько мы потратили бриллиантиков. Вот это да! Хорошо, Милочка, что ты взяла с собой в поездку так много бриллиантиков. Так, ну и теперь Анюточка наша. У нее будут глаза кошки удачи. Вот такая удачливая сегодня наша Анюточка. Тем более, что в красном цвете, который приносит удачу и который считается очень счастливым цветом. Так, желтые глазки. И у нее будет, конечно же, рыжая шубка. Вот такая наша Анечка. Так, ну что, кошечки, вы готовы? Теперь нам не хватает макияжа. И сейчас мы будем вам делать макияж. И давайте-ка немножко разнообразим, да? Чтобы наша Анжелочка отличалась немножко от Сонечки. Хотя бы макияжем. Вот, и посмотрим, что же у нас получится. И как будут выглядеть наши кошечки. Конечно же, накрасим глазки. Румяна для наших красавиц и красивые губные помады используем для наших замечательных кошечек. Ну и вот наши китайские модницы готовы. Все с разным макияжем и поэтому отличаются наши кошечки. Можно отличить Анжелочку от Сонечки, Милочку от Дианочки и от Анютки. Вот такие наши самые красивые кошечки, которые сейчас пойдут в гости к котику Тому. Правда, здорово, ребятки, наши кошечки повеселятся, потанцуют у него. Конечно же, котик Том устроит дискотеку, я в этом не сомневаюсь, да? Кроме того, что накормит их сладостями, также устроит дискотеку и, конечно же, будут весело играть в игры. А мы тем временем передадим приветики. Ну что же, ребятки, наши кошечки едут к котику Тому. Поехали, кошечки! И ну и вот началась дискотека у котика Тома. Потанцуем, поиграем и приветики подарим. Большие-большие приветики, поцелуйчики и обнимашечки сегодня получают Ксения Позднякова, Ангелина, подруга Полины Мур, бабушка Полины Покемон, мама Нины Агабабян, Колупаева Алина, папа Мини-котика, Маша Колышева, Аминка Кошплей и Елизавета Долгополова получают поздравления с днем рождения. Желаем вам всего самого-самого лучшего, хорошего настроения, чтобы у вас в жизни было побольше-побольше радостных дней, а также для вас пушистые-пушистые приветики. Ну а следующие самые пушистые приветики
и обнимашечки наши кошечки передают Каролинке Малинке, Даше Виноградовой, Насте Колупаевой, Маргарите Стартлав, Ксюше Федорец, Кате Ивченко, Кэсси Кэт, Карине К.А., Сизаревой Ане, Саше Кирилловой, Евгену Васильеву, Ульяне Зубаревой, Ангелине Ивановой и ее сестре Машуле и брату Сереге, а еще ее котику Левику, Максику, Баксику и Лизику, а также хомячку Гоше. Следующие приветики пушистые и обнимашечки получают Юля Лебедева, Ира Хачирова, Викусик и Демусик ТВ и ее говорящая кошечка Вера, Ангелина Белых, Китти Кэт, Диана Камалова, Виктория Аделова, Бегемая Зизова, Лилия Квитка, Тамара Ментюгова, Саша, канал Даша и Полина, Соня, канал Мася и Бандит и ее кошечка Мася, Аня Грукач, Яна Чупина, Елена Прокофьева, Аня Гриненко, Елизавета Бань, Михаила Флореа, Ирина Шумаева, Мэй Рим, Алиса Пушкина, Вика Бальжинимаева, Вика Кэт, Гача Сам ТВ, Валерия Дедук, Влада Кац, Карина К.А., Алина Уланова, Мира Карачевская и ее кошка Даша, Нискет Черемисов, Дарья Коробейникова, Юлия Ермолаева, Вика Груничева, Волоснова Яна, Мимилашка, Нариана Захарова, Андриенко Екатерина, Маша и Даша, Карина Шоу Терентьева, Соня Коптерева и ее кошечка Баффи, Арбузова Арина, кошка Кристина и ее кошечки Анжела и Муся, Арина Кузина, София Таричева, Саша Шолохова. А также следующие пушистые приветики и обнимашечки получают Pets Online и хомяк Снежок и кот Боня. Ирина Рекутина, Дильназа Аманбек, школьница Кира, Садыкова Настя и Синбаева Настя, Садыкова Карина, Марсика, Мира, Катя Полубенко и ее сестра Ксюша, Нагима Байдавлет и ее кошка Анжелина, София Курбанова, Алиса Зинова, Нина Агабабян, Вероника Петрив и ее кошечки Анжела и Алиса, Василий Галапопов, Луперенко Мария и ее брат Аким, Ариша Стар, Евочка Конфеточка, Бутнари Ирина, ЛПС Джейн и Джессика, Амелия Кинзикеева, Настя Шиманская, Катя Ульянова, Лизулька Соколова, Егорова Таня, Аня Киселева, Алгыстана Иванова, Кристина Парфенова, Ирина Иванова, Аяжан Кэт Супер, Коневец Анна, Ксюша Грушакевич, My Talking Angela Game, Соня Дыгала, Ангелина Сапожникова, Игрушечный мир, Настя Семенихина, Кэти Лайф, Диана Чуприкова, Хадижа Ханбутаева, Полюша Мяу Плей, Хаски и сказки, Катя Титаренко, Иветта Петросова, Ангелина Мкртян, Кослерак Андриана, Бесхлебная Елизавета, Яхина Риана, Габриэла Равановская, Катя Киргинцева. А теперь, кошечки, приветики для вас от Викусики Демусик ТВ, от Софи Пэтс, от Кати Ивченко, от Ани Гриненко, Михаила Флореа, от Валерии Дедук и ее Анжелы, а также от Анжелиного сыночка Томика, от Ксении Романовой приветик, Насти Астафьевой, Александры Плотниковой и ее Анжелы, Тома и Хэнка, от Сони Коптеревой, от Мисс Кис-Кис Катюши, от школьницы Киры, Вероники Петрив, Кати Ульяновой, от Лизульки Соколовой, Снежаны Рахимбаевой, Лилии Пазенко, от My Talking Angela Game, Ангелины Сапожниковой, Гаузар Алматкезы, Ильяны Рамизовой. Приветики для вас, кошечки, и поцелуйчики. Ну что, ребятки, по-моему, замечательная встреча получилась с котиком Томом в Китае. Кошечкам нашим очень понравилось. Спасибо большое, ребятки, что вы смотрели на наших любимых кошечек. И пишите им комментарии, ставьте лайки, а вам от кошечек поцелуйчики и обнимашечки, наши любимые зрители. Ну а теперь вам всем пока-пока, увидимся в скором времени с нашими кошечками.